Всем здравствуйте! Сегодня я представляю вашему вниманию стихотворение Ахматовой Анны Андреевны. Стихотворение написано от лица женщины, но я его прочту от лица мужчины. Для этого я заменю стихотворение одно слово на другое, дабы не терять рифму. Итак, о тебе вспоминаю я редко, и твоей не пленяюсь судьбой, но с души не стирается метка незначительной встречи с тобой. Красный дом твой, нарочно миную, красный дом твой над мутной рекой. Но я знаю, что горько волную твой пронизанный солнцем покой. Пусть не ты над моими устами наклонялась, моля о любви. Пусть не ты золотыми стихами обессмертила боли мои. Я над будущим тайно колдую, если вечер совсем голубой. И предчувствую встречу вторую, неизбежную встречу с тобой.